Так, может, так, секундочку, что-то я не понимаю, где ключ? Ладно, попробуем обратно ломануться. Может, тут как-то выйти можно? Там Skyrim. Так, стоп, 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 стоп. Ой, господи, напугал меня ее звук. Так, давайте-ка смотреть. Так, подземелье, зал ритуалов. Вот он, Skyrim. Так, понятно, назад я не смогу выбраться. Здесь вернуть книги. Да, отсюда просто я переместиться-то не смогу в любом случае. Ладно, нужен ключ. Ну, надо было, может... Блин, а может попробовать убить эту тетку? А что, давайте попробуем. Я, правда, не знаю, как это все у нас получится, но я на всякий случай сохранюсь. Итак, я сохраняюсь сейчас. Хотя нет, не буду, наверное, сохраняться. Может, и надо? Так, насколько она крутая. Вызывающая. Слушай, девчонка, давай замочим ее. Призывающая. Где она? Где она? Где она? Так, у меня здоровье уменьшается. Зачем я это делал? Так. Так. Зелья. Зелье лечения. Слабое зелье магии. Слабое неприятие магии. Так, цель. Так, нет. Мне яд бешенства не надо. Опустошение, урон. Так. Мы взяли сопротивление огню. Да. Зелье лечения. Большая штука. Запас здоровья еще увеличен. Ну-ка попробуем. Почти убил. Так, у меня сопротивляемость к огню есть. Yes! Я ее не завалил? Да. Не, я ее завалил. Но ключа нет. Нет, не завалил. Yes! Сейчас у нее будет ключ. Ха-ха-ха! Да. Вот он. Вот что нам надо было. Мыслим в правильном направлении. Так, ну все, отпирайся. Вот и все, вот и все. Так, нет. А что это за... А, нам совершенно другой ключ нужен. Там еще, может быть, от той двери. Другой. Так, осколок камня душ. Нужен он нам. Осколки. Крохотный. Обычный. Так, зелье лечения. Зелье карманника. Так, что у меня тут еще есть? Сундучок. Ух ты, золото. Вызов грозового Атронаха. Бери... Стоп, ожерелье было еще. 60 стоит. Берем. Все берем. Кошелек с монетами. 21 монетка еще. Так, а теперь-то нам надо... Блин, ничего не понимаю. Это куда? Крепость Фелглоу. А, ну значит, здесь двери не было. Но... А здесь какие-то знаки есть еще. Ну, наверное, нам обратно сейчас просто-напросто надо возвращаться. Я-то думал, что здесь какой-то проход есть. А, есть! Вот, смотрите-ка, крепость Фелглоу. Давайте посмотрим, куда мы там в итоге переместимся. Блин, ну опасненько было. Я там чуть не обделался. Так. Сначала поднимите, чё? Поднимите... Блин, нифига не вижу, что там... А! Понял. А, вот теперь эта дверь-то и открыта. Она была изнутри. Так. Нет, зал ритуалов нам больше не нужен. Ну, давайте, выходим. Вот, наверное, вот эта дверь, которая нам и нужна. Yes! Это Skyrim, ребята! Сейчас книжечки быстренько отнесем. Так, давайте-ка смотреть. Что смотреть? Мы сейчас просто телепортнемся и все. Так, мы летим с вами к коллеге Уинтерхолда. Да, хочу быстрое перемещение. То, что не хочу идти
Не хочу ходить. Так, снова здесь снег, здесь вечный снег. Да, слушайте, нам зелье надо наделать будет. Это к алхимику мы забежим. Ну чё, салаги? Мне стыдно. Мне стыдно? Знаешь, говорят, что знание само по себе награда. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями мастера-волшебника. Но нет предела совершенства. Откуда столько повалило их? Услуги поздно. Ну ладно, ладно. Заходим. Местные норды не слишком-то нас любят. Но, похоже, совсем не против носить зачарованное оружие. Смотрите. Вот он, шар этот. Давайте с этим поговорим. Привет. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвется к знаниям. Вот это утверждение мне очень нравится. У тебя на лице написано, что тебе нужна помощь. Вообще-то да. Я, похоже, кое-что потерял. Эх, старость не радость. Не могу найти свой перегонный куб. Я мог бы взять другой, но... Звучит глупо, но у меня с ним связаны приятные воспоминания. Если вдруг найдешь его, принеси, пожалуйста. Что у него пропало, я сам не понял. Не могу найти свой перегонный куб. Он мне нужен для исследований. Где я возьму перегонный куб? Основная особенность оберегов в том, что для их зарядки нужно время. Не слишком много. Но нельзя создать оберег, когда в тебя уже летит огненный шар. Кроме того, если вражеское заклинание не разрушит оберег, он перезарядится через несколько секунд. Просто соблюдай осторожность. Создание оберегов требует постоянной концентрации. Так что в один момент ты можешь обнаружить, что твои запасы магии полностью иссякли. Да, такое у меня уже было. В общем-то. Ладно, спасибо, золотой. Так, нам куда теперь? Нам теперь нужно наверх, наверное, туда отнести эти книжки. Так, сюда. Арканеум. Да, вот этому старцу с выдвижной челюстью. Давайте-ка сбегаем сейчас. Арканеум. Так, где он? Где он, злый день? Вот он. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Ясно. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии. Понятно? Понятно. Так-так. И ты, смотрю, в полном порядке. Спасибо. Я просмотрю их и сообщу Мирабелле, если найду что-то стоящее. Ночь слез? Эту я помню. Вот это уже интересно. Ты ее тоже прочти. Если я не ошибаюсь, там есть интересные подтексты. Упомяни об этом в разговоре с Толфдером. И вот, держи. Мне кажется, это заслужено. Что он даст? Ночь слез удалено, последний король удалено. Фрагмент об Атиуме удалено. Добавлено расовый филогенез. Дитя Небена добавлено. Ну, книжки, в общем. Так. Ничего себе. Ну да, придется почитать. Плюс и минус черной магии. Наконец-то. Так, ну все вроде. Ладно. Давай, давай, давай чашку свою. Так, да. Мы уже все тебя Раздевайся давай, говорит. Так, благие поговорить с Толфдером, да? Путь голоса. Так, давайте поговорим с Толфдером. Кели, одевайся давай. Раздевайся. Так. В зале стихи сейчас с ним встретимся, обсудим все последние новости. Вон, снова Толфдер. Ну, что мне делать-то дальше? Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвется к знаниям. У него, походу, уже амнезия. Он не помнит, что он до этого мне уже нечто похожее говорил. Вот как? Ему что-то известно про нашу чудесную находку? Так.
А мне попалась книга «Ночь слез». Это про то, что что-то спрятано в глубинах Саартала. Что-то, за что воевали люди и меры. Нужно бы ее перечитать. Не помню подробностей. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейтские, двемерские, дейдрические, даже не фалмерские. Ничего не подходит. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваше чутье так же развито, как мое, за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Этот изумительный предмет. Он практически излучает магию. И тем не менее не похож ни на что из того, что мне встречалось раньше. Архимаг Арен уже занимается этим вопросом. И надеюсь, мы скоро... Боюсь, теперь... я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Да ты задрал. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности. Однако мое дело не может ждать. Ну что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость! Думаю, мы продолжим позже, когда нам не будут мешать. Немедленно иди за мной. Сейчас же. Ну это что? Из-за того, что я украл зелье? Правда? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать, почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджиков. А также я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Так. Почему это тебя так обеспокоило, Золотой? Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджиков — преступная организация. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альтмерским Доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Да ладно, за ним идти, что ли? Ну хорош, ребята, вам, блин, дурачиться. Так, меня что, перегрузили, что ли? А, ну стоп, нужно просто капслок нажать, вот теперь нормально. Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел. После чего его выставят с территории коллегии. Так, поговорить с Куарониром. Ё-моё. Так, и мне туда уже нужно. Покой Архимага. Нифига, он туда к Архимагу прямо пригласили. Вот это теплый приемчик. Ему там устроили, монаху бедному. Так, вот он, монах. Пожалуйста, надень что-нибудь на себя. Я не причиню тебе вреда. А то мне что-то жарко не по сезону. Савас. Савас Арен, это Архимаг. Так, ну давайте с Куарониром поговорим. Приятно с тобой познакомиться лично. Так, что происходит? Что случилось со всеми? Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна. А наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет Око Магнуса, как вы привыкли его называть. Его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. Хм. Так, варианты какие у нас? Если дело настолько опасное, почему ты ничего не предпримешь? И при чем тут я? Да, при чем тут я? Эта цепь событий запущена тобой в Саартале. Пойми,
Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Но все равно мой орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. Так, вариантики. А в чем, собственно, проблема? Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, око, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если око останется здесь, его используют во зло. Увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло. Или вот-вот произойдет. Чего вы ждете от меня? Правильный вопрос на самом деле. Мы считаем, что тебе придется разбираться с последствиями. Но мы не можем предсказать, какими они будут. Я боюсь, что уже нарушил правила своего ордена. Но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. Так, ну когда... Кто такой Авгур Данлейский? Когда-то он учился в коллегии. Теперь он... нечто другое. Где его можно найти? Я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое, но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Да, что-то хотел он сказать. Прости меня, мне тут не место. Ну и все, он должен свалить, по идее. Так, быстренько заданица. Да-да-да-да-да, найти Авгура Данлейского. Так, фигово. Ага. Прикольная заданица. А где нам его искать? Да. Что все это значит? Простите, боюсь, я не вполне понимаю. Не прикидывайтесь скромно. Вы просили встречи с неким членом коллегии. Вот она. И чего вы от нее хотите? Так, ну и где Авгура Данлейского? Сейчас, дайте я послушаю. Очевидно, мне тут не место. Я откланяюсь. Что? Что это за шутки? Вы никуда не уйдете, пока я не выясню, что вы затеяли. Я ничего не затеял. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Это мы еще посмотрим. А куда они его повели? Ну я на всякий случай за ним пойду. Я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псиджиков спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Да тот расстраивается, прям переживает. Надеюсь, что они не оскорбили члена Ордена Психотаджиков. Так. Ну, он-то идет. Сейчас его он выйдет. Так, и я выхожу в зал стихий. Так, Авгура... Как там его? Манлейского, что ли, звали? Так, коллеги. Ну ладно. А вот это не Авгур? Надень что-нибудь на себя. А то мне что-то жарко не по сезону. Надень что-нибудь на себя. Вот так вот я и бегал. Наверное. Да? Ладно, сейчас оденем. Так, что у нас тут? Так, получше будет. Ну да, то я переоделся и забыл про это все дело.